Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – вивчення грузинської мови на Миколаївщині. І у нас сьогодні гості. Я задоволенням вам їх представлю. Голова Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія» Валерій Ехвая. Вчителька грузинської мови Нона Шайнідзе і маленькі грузини Саба Купрадзе і Кетеван Чантурія. Друзі, гамарджоба і нацвалі! Гамарджоба! Здравствуйте! Очень-очень-очень рады приветствовать вас в нашей студии, потому что представители Грузии – это солнце, это радость и это тепло свежевыпеченного хлеба. Ну, во всяком случае, именно так ассоциируется Грузия у многих моих соотечественников. Правда, телезрители? И поэтому как-то радостно, что и на нашей Николаевской земле живут представители грузинского народа. И, Валерий Ильич, будьте добры, как много ваше общество собирает грузин на нашей земле? Сколько вас? Давайте прежде я отвечу на этот вопрос. Мне, нам, грузинам, очень приятно. Вот первое слово, которое вы произносили на грузинском, это гамарджоба. Наверное, наши зрители не знают вообще в переводе, что это значит. Вот разные народы по-разному приветствуют. Там салам алейкум, шалом, хола, чао, в общем. А вот переводы гамарджоба, это вы сказали, что победа вам. Это так приятно, когда вот человек, если идет куда-нибудь, в общем, и желает ему победу. И в этом режиме, наверное, исходя из наших предков, нашей истории, вот это вот было первое число, которое мы желали друг другу победу. Потому что исторически у нас всегда было враждебное, на нас нападали. Ну, потому Грузия, что Грузия находит Грузия самая миролюбивая страна. Да. В общем, никогда, в общем, ни с кем, никакой претензии не имел, в общем, не воевал. Только с грузинами всегда имели, значит, конфликты и, в общем, воевали, потому что, как у нас говорят по легенде, что, в общем, это земля, значит, от Бога. Ну, Бог нам подарил. Благословенная земля. Да, есть в этом легенда, в общем, сейчас легенду не буду рассказывать. Насчет того, что вот как попали в Грузию сюда, грузины, вот в основном вообще после конфликта в Абхазии, вот в 1994 году, когда был здесь президентом Кучма, он специально издал приказ, чтобы помочь грузинам, которые бежали с Абхазии. Ну вот в качестве, в общем... Бежали от войны. От войны, да. И вот это не тема сегодня разговора, но как-то это наша трагедия. Но когда речь идет о Украине, в общем, почему мы здесь не попали, это значит, мы благодарны. В общем, у нас больше слова благодарности, больше, ну, в большом количестве мы произносим это слово благодарность. Потому что нас приняли, ну, в частности, вот дали работу, дали жить, дали возможность расти детей. И вот, ну, как-то мы адаптировались. И, в общем, мы для украинцев... Это народ для нас не чужие, и мы тоже, значит, играем тем правилам, которые в этом государстве есть. И вот способствуем, ну, чем поможем, чем можем. Так вот. Главное, чем вы способствуете? Вы светите здесь. Да, вот сейчас, когда вот вообще грузинское общество Иберии, это образовалось в 1994 году. Это первое, значит, кто его возглавлял, это была Этерия Леонидовна Пильюк, чем я ее фамилия, она была из Гагры, тоже она была, в общем, ну, как-то ее родные бежали с Гагры, с Абхазии, вот она здесь преподавала в строительном колледже, вот, и она, ее нет царства небесных живых, ну, в общем, она это, сотеяла это все, организовала это, наше общество. Потом она умерла в 2006 году, потом возглавлял Сергей Григорьевич Лабардкава. Он наш авторитет, генерал-майор, человек мобилизованный, в общем, он все организовал как надо было, но, к сожалению, вот, полтора года назад его не стало, и вот, ну, потом, ну, наши диаспоры как-то посоветовались, даже без конкурса не попросили, чтобы я возглавил эту организацию. Но я
с этого места я хочу сказать то, что вот когда вот другие национальности, которые здесь имеют контакты, вот, и здесь проживают 103 национальности, и это так организованная группа, и вот так она вообще вот в такой симбиозе, что вот даже никогда никто не слышал о религиозных конфликтах или национальных конфликтах вообще в Николаевщине. Ну, такого нет, это просто огромная работа, может быть, это никто не замечает, когда вот есть, нету, а когда это, не дай бог, будет, то, значит, тогда будет, где вы были, почему у вас не было агитации, пропаганды, почему народы не начали дружить, вот. А вот это уже вопрос как-то закрыт Николаевщиной. Вот, вот недавно, когда вот нашего мэра избрали, вот они специально не по заказу, в общем, я отсюда от души это скажу, что вот, Сенкевич, значит, нас представители туда пригласили. Это первый мэр, который, значит, нам уделил время, достаточное время, чтобы да, и спрашивал, какие у нас проблемы и как это можно решить. И вот, и, значит, и вот управление культуры и национальности и религии Михаила Федоровича Дмитров, Лалита Каймаразова, значит, Мурат Султан Джималович Каймаразов. Вот эта группа людей, которые, в общем, вот, делают такие вот скромную вроде бы работу, но вот я считаю, что это значит, сказывается в наших обществах, и, в общем, когда у нас мы собираемся, значит, маленькие, значит, представители маленьких народов, то у нас никаких разговоров, значит, о каком-то конфликте не бывает. У нас общая семья. Это сплотит, в общем, и так дружит, в общем, это, наверное, просто приятно. Нам дают все возможности, чтобы мы, значит, реализовали свое, значит, любое, значит, предложение. И сразу охватывает, вот, лишь бы вы скажите, значит, что вам надо, мы идем навстречу. Вот комфортно, естественно, в общем, любим не только вот там грузинам или, допустим, другой национальности. Вот и в этом режиме у нас, ну, как-то возникла идея, что вот, чтобы мы открыли грузинскую школу, грузинскую танцевальную группу. И вот нам выделили, значит, отдельный, значит, класс в колледже. Вот, дети учатся грузинскому языку. Это даже необходимо, потому что я был бы счастлив, но какая-то наша, значит, землячка, значит, или, ну, как-то маленький ребенок, когда изучит хотя бы буквы, потому что грузин, значит, только на грузинском и на латинском. И вот когда грузин, значит, приезжает, ну, как Саба или как Кети, то они не могут по-грузински читать. Ну, Саба великолепно разговаривает на уранской мове, и, в общем, они учатся очень хорошо, но вот они грузинского алфавита даже не знали. Вот сейчас у них все буквы знают, в общем, но, значит, отлично преподает. И вот мы счастливы, что, значит, какое-то знание даем, значит, о нашей культуре, нашей истории. Мы, значит, создали ансамбль, который, значит, дети танцуют, мы выступаем, концерты даем. Ну, людям нравится, ну, аплодируют, в общем. Ну, это не только наша заслуга, вообще, это исторически, в общем, Грузию любят просто. Мы это, в общем, чувствуем с аудиторией, вот и... И везде для нас двери открыты, вот, и как-то вот здесь уже нам не придется как-то вот рекомендации кого-то брать. Мы есть люди, которые, значит, наши предки все сделали, чтобы нам было комфортно. Ну, естественно, мы им благодарны. Вот эту эстафету мы должны носить, и, в общем, мы, наверное, постараемся максимально достойно это все носить. И вот как-то, ну, вот так вот. В этом режиме мы живем, работаем. И вот я что еще хочу сказать, что вот все председатели разных национальностей есть, абсолютно, в общем, это человек, это люди, которые патриоты своей родины. Ни один, ни копейки из государства не берет, в общем. Вот и они приходят на любое, значит, собрание, они дают концерты. Вот сейчас недавно был День Холокоста, в общем. Вот буквально все представители наших, значит, маленьких народов там присутствовали. Это трагедия этого народа, значит, мы, конечно, были солидарны, значит, мы рядом были. Вот когда вот логически, вот когда идет разговор о том, что вот ваша боль берет кто-то, значит, любому человеку это приятно. И вот так вот... Когда боль не такая сильная, да, Валерий Ильич, да, безусловно, когда да, и вот делят и боль. Общество, значит, в целом солидарно, понимаете, вот, и вот результат, который вроде бы, в общем, она не видно, что вот мы что-то чем-то занимаемся,
А вот не дай бог что-нибудь такое случится на религиозной почве или, допустим, на национальном, то, наверное, нас вспомнят, где вы были, почему вы это не делали, почему, значит, вы вашу культуру, значит, не распространяли. Вот сейчас, когда человек любой национальности узнает, что вот он человек будет осведомлен о культуре, о его традиции, он знает литературу, он знает поэтов, писателей, в общем, тогда, естественно, ты и народ полюбишь. Конечно. Вот. Почему я люблю, допустим, там евреев, потому что я люблю их писателей, я люблю их поэтов. Почему я русских люблю? Я люблю Достоевского, Чехова, Толстого. Вот потому что у вас большое доброе сердце, Валерий Ильич, это в первую очередь, понимаете? Единственное, в чем я с вами не согласна, когда вы говорите, что представители маленьких народов не бывает, есть представители просто народа, даже если народ не многочисленный, он все равно народ, но ни в коем случае не маленький. И когда дети... Маленькие дети. Вот дети маленькие, правда? Да. Сейчас это даже точно, вот сидят, да. И вот они уже умеют писать по-грузински, друзья мои. И, конечно, это заслуга их старших товарищей, их старших наставников. Вот Нона Шейнидзе. Нона, будьте добры. Вы учите этих детей грузинскому языку. Языку, да. Вы правильно подметили, что это заслуга взрослых. В частности, родителей, ихних родителей, которые заботятся, находят время привести. Эти дети заняты разными кружочками, там иностранные языки изучают. Для них грузинский язык не иностранный, а родной язык. Конечно. Да, и родители, мы в частности... Взрослые прививаем мысль такой, чтобы если человек не знает свои корни, не уважает и не любит своих корней, не может любить и уважать культуру других стран. Мы живем в Грузии, живем на Украине, и только спасибо могу сказать за это. Украине, чтобы приняли, чтобы и работу дали, и хлеб дали насущный, и наших детей воспитываем мы. Эти дети и их родители молодцы, что они не забывают родной язык. Знание родного языка очень важно. Не то, что не из-за того, чтобы, например, у каждого из нас есть родственники, друзья, с кем надо пообщаться. Когда человек думает и разговаривает на том языке, на котором и думает, это еще лучше свои мысли это же выражает. Поэтому наши дети... думают и выражают свои мысли на троих языках, я так думаю. На грузинском, на русском и на украинском. А также еще, наверное, на французском, немецком и английском, да, как сейчас модно? Да. Вот это полиглот. И просто хочу сказать, что они растут большими людьми, потому что человек сколько языков знает, столько и... Человек. Наша школа воскресная, второй год... Возобновили уже второй год существует. Но до этого еще, когда была председателем грузинской общины Илья, это Ривляновна, тоже была эта воскресная школа, но каким-то образом год просуществовала и закрылась потом. Ну, индивидуально я всегда, никогда не отказывалась тем людям, которые просили заниматься с ними на грузинском языке. Но очень хорошо, что когда это систематично, и каждое воскресенье человек думает, что мне надо в воскресенье какое-то время пойти, уроки сдать, сделать уроки, и развивается ребенок. Эти дети изучают грузинскому алфавиту, они умеют уже читать, писать, а главное, разговаривать. Говорить. Да? И говорить. Друзья да. мои, я очень хочу, чтобы сейчас у нас прямо в прямом эфире телеканала Николаева прозвучала музыка грузинской речи. И наши маленькие гости, они готовы вам
спеть эту музыку на грузинском языке. Кетыван, вы начнете, да? Пожалуйста, будьте добры. Посмотрите, Кетыван одета в национальный грузинский костюм. Как красиво. А сейчас звучит музыка грузинской речи. Будьте добры. Сакартхаловщи и баде бота, да шем дек мудам цухны намазы. Эх, цуцит майз да брунда и будуш чвени бавшу бада сила мазы. Та в сармой клавс картвели ара, и шеец леба бдзолоши мокдес, эрти ими десица свой марат. Как грдзелдес квекна да ганме урдес, сакартхаловщи роцак деботен, упро да упро цухны намазы. Эх, цуцит майз да брунда и будуш чвени бавшу бада сила мазы. Чвен вашка цоба дзвелта ган мокдес, вайлан гайкус, Мицодес, чен чейцлеба бдзолоши мокдет, маграмарц машин в товой цицослес, радган цицове асы навардобс, сиктелес квалакари даразет, да им бедниер трезга умарджос, родца чвен кавчетет амку ганасы. Спасибо, Кетыван. Долго учили, честно скажите? А о чем ваше стихотворение? О Грузии. Ну, конечно, о чем может говорить грузинка о Грузии? Вот еще я в общем, вот последняя вот строка, вот когда она, значит, «Даим бедниер дгазгаумарджус, русса чуэнгапшти тамкёканазе». Это переводы. Я, говорит, счастлива, говорит, чтобы я родилась, говорит, на этом земле. И к этому, в общем, «Даим бедниер дгазгаумарджус, русса чуэнгапшти». Когда мы родились на этом земле, говорит, мы счастливы, что мы родились, говорит. Очень оптимистическое и патриотическое, значит, стихотворение. Спасибо ей. Спасибо вам, да. Кетыван. И, друзья мои, вот посмотрите, Саба, он крепко держит в руках кинжал, но это совершенно не значит, что он готов его выхватить и размахивать, а просто кинжал его вдохновляет, да, Саба? И вы готовы нам тоже прочитать стихотворение на грузинском языке, да? Ну, будьте добры, пожалуйста. Мне патара картвеливар, какаси с теби швили, да гансруби слагал опнос, мирчавия аксигдили, карту кахати, и мерети, курия да сама грыла, увела, чем и сам шибло, сагварили са картвелу. Молодец. Вот Саба нам сейчас тоже прочел стихотворение на грузинском языке. Саба, о чем оно? Будьте добры. О Грузии, как мужчина, он любит свою родину. Да. То есть, если он грузин, он просто, если он не любит, ну, грузин и не любит свою родину, это невозможно, да, Валерий Ильич? Конечно, это да. Просто да. Даже об этом не может идти и речь. Саба, и он любит свою родину, и что он желает этой родине? Что еще там прозвучало? Там такие красивые слова, как-то их не совсем запомнила, ухо мое так не сразу улавливает. Что там еще? Грузин любит свою родину. Что я не пойду ни в никакую другую страну и останусь в Грузии жить. И останусь в Грузии жить. И несмотря на то, что вы живете здесь, в Николаеве, тем не менее... Он остается грузином. Конечно, он остается грузином. Валерий Ильич, вот действительно, национальная черта грузин – это... самоотверженная любовь к родине. Мне кажется, что даже у грузин можно и поучиться этому, потому что где бы ни был грузин, сердце его всегда так. Если где-то что-то грузинское, оно так бьется быстрее. Это, наверное, именно национальная черта. Вот вы вот сейчас, вот, когда вот вы произносите любую фразу, значит, я делаю какие-то аналоги. Вот когда, если вы хотите, значит, узнать, какой он национальности, значит, надо держать на пульсе, понимаете? Вот руку, и перечислят все страны вообще. Если, значит, когда будет понять, значит, Грузию, то она будет чаще биться, понимаете? Вот это вот, это просто выражение любви. И вот я сейчас к этому еще хочу, что вот человек сегодня, наш Саба, патриотически старые традиции одет, это наше, это всему, есть свой колорит, естественно. Сегодня этот, значит, все, бутафорно, как-то декоративный характер, значит, произносит зрителю. Но она историческое начало, вот то, что, значит, сейчас Саба держит это, значит, на руках. Саба, Кетыван, это... встаньте, пожалуйста, чтобы вот на вас посмотрели, вот и... а Валерий Ильич расскажет о национальном костюме. Вот это вот, когда человек приходил в гости, ну, это была национальная форма. И почему это было, это 18-19 век, когда вот люди, значит, мужчины эту одежду носили? Потому что здесь была, значит, доза пороха, и потом, чтобы зарядить, как ее, дробовик,
здесь, чтобы удобно было, значит, зарядиться. Вот это красный сразу. Да, это просто была военная форма. Сейчас это было на Кавказе, значит, как одежда для всех национальностей. Его, значит, называют, вообще, так, по большому счету, черкесской. Но это, значит, да. И носили, значит, и дагестанцы, и чеченцы, и грузины, и, в общем, все национальности, кто есть, значит, на Кавказе. Вот, насчет, значит, оружия, что вот Запад держит за рукою, это когда вот человек приходил в гости, значит, он снимал и давал, значит, старшему человеку, чтобы я пришел к вам миром. Значит, я, без, оружие, да, я разоружился, понимаете, вот. Угу. И, в общем, вот это, и если, значит, при обстоятельствах, значит, он не мог его снять, значит, его дотронуться нельзя было. Это просто для необходимости. Вот грузин, когда был потенциальным воином, и он защищал свою родину, его всегда нападали, и любой молодой человек был воином, и когда он мог пойти на... Да, присаживайте, спасибо. Да, он мог, значит, пойти на поле, значит, забить косу, там, мотыгу, ну, что-нибудь, так, которое, значит, обрабатывает землю. А вот оружие никогда не забывал. Это было всегда востребовано, его, значит, не пригласили там военком, через военком, значит, там, это как его, повестку не давали. Он был воином, он с поля мог уходить на войну, понимаете? И вот в этом режиме, значит, все время, значит, вот сохранили нашу, значит, свое, значит, место на мировом карте, значит, свою религию сохранили, свою бытность, свою культуру. В общем, у нас все самобытное, в общем. И грузинская кухня, вы слышали, грузинский хлеб, вы слышали, грузинские хачапури, значит, грузинские танцы, грузинские песни. Вот, ну, все грузинское самобытное, в общем. Ничего, значит, у нас чужого ничего нет, в общем. И вот в каждом регионе, сейчас он вот Саба в стихотворении перечислял, там, Гурия, Самигрело, там, вообще, каждый регион, своя какая-то специфика, своя, значит, экзотика, в общем, ну, удивительно, удивительно красивая страна. Ну, вот, если не было бы этих конфликтов, то было бы одно счастье, в общем. Ну, Валерий Ильич, наверное, конфликты, они как-то вот жизнь проходит, что есть радость, и одновременно бок о бок идет со скорбью, и как-то люди... Ну, как жалко, что люди не могут жить в мире, с одной стороны. Но с другой стороны, вот вы приехали к нам, и у нас здесь в Николаеве живет такая замечательная община грузинского народа. Понимаете? Я не говорю, что конфликты – это хорошо, но вот то, что живете здесь вы, это очень здорово. И то, что вы несете свет, и то, что даже и николаевцы могут изучать грузинскую культуру, да. Это только идет на пользу нам, потому что вообще, когда ты изучаешь культуру другого народа, это твоя же культура, да. Повышение твоего культурного уровня. Ну, а грузинская, конечно, это еще и радость. Не только в Николаевщине. В 2014 году в ЮНЕСКО была принята декларация такая, что из 14 языков мировых одно место занимает грузинское, и письмо грузинское принято было самым из самых красивых пятерки мировых языков, это письменностью. Третье место заняло грузинское письмо. Ну, грузинский язык сложный, конечно. Язык, как говорят мировые ученые, язык грузинский прост, как маленький ребенок. Ну, что вы, глагол грузинский очень сложный. Да. А письменность? Письменность в грузинском языке 33 букв и звук. Что пишем, то и читаем. Нет, каждая буква обозначает какой-то это ж звук. Определенный звук и не меняется никак. Ну вот, то есть, если человек... У нас нет больших букв. Нет, да. Больших. Да, общем, да, заглавных так, букв нет. Никому нет привилегий, в общем, чтобы обозначить там большими буквами. Все равны. Да, это тоже национальность грузин, что гость в дом, бог в дом, да? Так у вас говорят на Кавказе. Нет, я уточню, значит, вот на грузинском она «стумарих тиса». Значит, гость – это от бога. Вот человек, который, значит, вот сейчас я, если есть время, значит, там я... Одна минутка, Валерий Ильич. Вот, значит, когда вот одному писателю, значит, пришли в гости, значит, ну, у писателей был режиссер, там, оператор, там, редактор, в общем, и стучит, значит, в дверь, значит, плотник, говорит, что вам надо, говорит, ну, так вежливо пригласили, говорит, мне надо двери, говорит, глазок поменять, говорит.
А тогда не было еще глазка, в общем, не знаю, что такое. Он объясняет, что такое. Он говорит, это глазок, говорит, чтобы вот вы видели, как то снаружи. Ну, и потом решайте, придет, зайти этому гостю, разрешаете или нет. Он, хозяин сказал, говорит, наоборот, говорит, делай так, что, в общем, мы видели, кто, они видели нас, кто, значит, мы есть дома или нет. Вот так вот. Спасибо вам большое, друзья, потому что время эфира пролетело незаметно. Друзья мои, сегодня у нас с вами в прямом эфире телеканала Николаева звучала музыка грузинского слова. И это замечательно, потому что, когда звучит музыка разных народов, это прекрасно, поверьте мне. Это дает силы жить. И поэтому радуйтесь, что настолько много национальностей живет на Николаевской земле. Це була розмова на тему. На все добре.